Вот. Территория школы. За ним 9-этажный дом. И там далее тоже через поле еще одна школа. И все это было пустырем в советское время до тех 9-этажек. Сейчас там везде автостоянки, ангары здесь стоят, контейнеры. Ну и вот это здание. Это здание построено где-то в конце 90-х. А так, везде тут был пустырь. За вот этим зданием находится объект соцкультбыта советских времен. И назывался он в советское время кинотеатр «Аврора». Сейчас вот виднеется слева его задняя сторона кинотеатра бывшего. Сейчас пройдемся и увидим, что там.